Добрый день! Сегодня мы начинаем цикл лекций под названием «Научные курсы». Это лекции по обществознанию для тех, кто интересуется этим предметом или интересуется экономикой, правом, социологией, политикой, то есть разделами, которые входят традиционно в дисциплину обществознания. Меня зовут Ольга Александровна Бориско. Я доцент кафедры государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета. Участие в преподавании на этих курсах также примут мои коллеги, потому что мы подумали, что вам будет очень трудно слушать одного человека на протяжении 4 лекций. Поэтому отдельные блоки будут вести Баутин Денис Александрович, старший преподаватель кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего образования Кубанского государственного университета, и Левченко Данил Олегович, преподаватель кафедры государственной политики и государственного управления, тоже Кубанского государственного университета. И отдельные лекции будут посвящены политике, праву, экономике, социологии. Также мы коснемся задач по логике, по экономике, по праву. Мы даже с вами посмотрим мультфильм, ведь в сказках, мультфильмах, каких-то передачах для детей вы тоже найдете вопросы обществоведческие, над которыми хорошо бы задуматься, посмотреть, подумать, какие права человека иллюстрируются в мультике, в фильме, какая экономическая система в том или ином фильме изображается. Каково поведение человека, который выступает главным героем в книге? То есть обществознание — это тот предмет, который о нашей жизни. Тем он интересен. И вот эти лекции посвящены вот интересным вопросам обществознания. И эти лекции делаются для того, чтобы вы заинтересовались этим предметом. Предмет обществознания — это олимпиадный предмет. Вот, я думаю, ради этого, собственно, и моя заинтересованность, чтобы вы посмотрели эти лекции, заинтересовались этим предметом, именно олимпиадным предметом. Потому что олимпиадное обществознание открывает очень большие возможности для вас. Это не только поступление, но и участие в различных конкурсах. Это участие в различных проектах. Это просто личностный рост ваш. И я предлагаю познакомиться с лекциями, посмотреть. Если мы будем разбирать задачи, останавливайте видео, прорешивайте самостоятельно, сверяйтесь с ответами. Вы также будете иметь возможность посмотреть видео небольшими кусочками, да, остановив и потом продолжив просмотр. Эта возможность предоставляется, потому что видео записано, выставлено. Ну и я также желаю вам, чтобы вы, поучаствовав в конкурсах центра, в олимпиадах, которые организует Центр развития одаренности, также попали на очень интересные летние лагерные смены. Они проводятся и для 8 классов, и для 9, 10, 11 классов. Также в Краснодаре проводятся учебно-тренировочные сборы для тех ребят, которые имеют уже достаточно высокие результаты в олимпиадном движении. Они стали призерами, победителями муниципального этапа, регионального этапа, ну и, естественно, заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Я призываю вас участвовать в этой олимпиаде. Также не забывайте, что есть и перечневые олимпиады школьников.
Для этого вы можете набрать в любом поисковике перечень олимпиад школьников. Этот перечень каждый год утверждается Министерством науки и высшего образования. И там очень много олимпиад, в том числе по обществознанию различных уровней. Я предлагаю вам останавливаться на олимпиадах первого уровня, второго уровня, прорешивать их, они очень интересные. И более того, некоторые олимпиады, заключительный этап проводится в Краснодаре. Далеко ехать не надо ехать в Москву, в Санкт-Петербург, даже в Ростов. Например, Московская олимпиада школьников проводилась в этом году, в том числе на базе Центра развития одаренности в городе Краснодаре. Поэтому приятного просмотра. Я надеюсь, что вы заинтересуетесь предметом, вы заинтересуетесь теми мероприятиями, которые проводит Центр развития одаренности. Ну и я очень вам желаю встретиться со мной, с моей большой командой преподавателей, которые являются тренерами сборной Краснодарского края при подготовке к различным олимпиадам. Мы начнем с логических задач, потому что, во-первых, они и сами присутствуют в заданиях, а также логические размышления зачастую могут нам помочь в решении и экономических задач. Первое задание – это решение силлогизмов. Силлогизм – это умозаключение, которое состоит из двух посылок, через связь которых делается вывод. Чаще всего на первом месте стоит большая посылка, на втором месте меньшая. Обратимся к нашим заданиям. 1.1. Пингвины – это птицы, пингвины не умеют летать. Обратите внимание, что и в первой посылке, и во второй есть одинаковый термин – пингвины. Это значит, что в выводе этого термина быть не может. Возьмем первую посылку. Пингвины – это птицы. То есть у нас есть большее понятие птицы и пингвины как вид птиц. И во второй посылке нам сообщается, что пингвины не умеют летать. Что это значит? В выводе должно быть, что некоторые птицы, то есть пингвины, не умеют летать. Задание 1.2. Все небесные тела движутся, все планеты – это небесные тела. Небесные тела у нас не встретятся в выводе. О выводе мы должны сообщить, что все планеты, как вид небесных тел, движутся. Какими могут быть олимпиадные задания? Первый тип – это такие задания, как мы решали сейчас с вами. Даются две посылки, а вам необходимо написать вывод. А второй тип – даются посылки и вывод вперемешку, и вам необходимо выбрать из трех предложений то, которое является выводом. Запомните правила посылок. Первое правило. В силлогизме не должно быть двух отрицательных посылок. Хотя бы одна из посылок должна быть положительной. Второе правило. В силлогизме не должно быть двух частных посылок. Хотя бы одна из посылок должна быть общей. Третье правило. Если одна из посылок отрицательная, то и вывод должен быть отрицательным. Четвертое правило. Если одна из посылок частная, то и вывод должен быть частным. Если не соблюдаются эти правила, то вывод из двух посылок будет или ложный, или его вообще нельзя будет сделать. Дальше мы разберем задачи, которые попадаются в каждом этапе Олимпиады по обществознанию. Посмотрим первую задачу 2.1 «День рождения». Вы можете остановить видео и прочитать условия задачи, и будем вместе разбирать. На следующем слайде ход решения. Я всегда в подобных задачах рекомендую составлять таблицу. Обратите внимание, что столбцы – это разные месяцы,
А строки – это числа. Первая строчка 14, вторая строчка 15 и так далее. Это нужно и для вас, так легче прийти к правильному ответу, и для членов жюри, которые будут проверять вашу работу. В этой таблице можно вычеркивать числа, строчки, которые будут лишними, и проверяющие сразу поймут, что вы идете правильным путем. Слева я разместила утверждения ребят, после которых мы будем уже делать некоторые выводы, вычеркивать некоторые даты. Обращаю ваше внимание, что каждое высказывание важно для нахождения правильного ответа. Читаем первое утверждение. Альберт говорит: «Я не знаю, когда у Шерил день рождения, но я знаю, что Бернард тоже не знает». Что это нам дает? Альберт знает месяц, Бернард – день. Если бы Альберт знал месяц май, то он бы не мог сказать, что Бернард тоже не знает. А вдруг это 19 мая, которое одно? 19 число больше не попадается ни в одном из месяцев. Также мы можем сказать, что это и не июнь, потому что 18 число попадается тоже один раз. А 14, 15, 16 и 17 число попадается по два раза. После первого сообщения Альберта мы можем смело вычеркнуть май и июнь. Шерил не родилась ни в мае, не в июне. Второе сообщение. Бернард говорит: «Поначалу я не знал, когда у Шерил день рождения, но теперь знаю». Что это значит? До слова Альберта Бернард не знал дату рождения, а после его слов, когда мы отпросили два первых столбца, он уже знает. Нас интересуют даты, которые в первом случае были в мае-июне, в месяцах, которые мы уже отбросили, и даты, которые остались в июле и в августе. Мы видим, что это 15 число, 16 число и 17. 14 число тоже отбрасываем, потому что после слов Альберта знание Бернарда бы не изменилось. Ну и последний ход, последнее утверждение. Альберт говорит: «Теперь я тоже знаю, когда у Шерил день рождения». Остаются три даты: 16 июля, 15 августа и 17 августа. Если это август, то Альберт бы не смог сказать, какая это дата. А вот в июле остается одна – 16 июля. Это и будет правильным ответом. Обратите внимание, что максимальный балл за это задание можно получить только тогда, когда не только вы написали правильный ответ 16 июля, но и полно, максимально полно объяснили ход вашего рассуждения. Следующая задача 2.2 – интересы. Данный тип задач очень часто попадается на олимпиадах. Они бывают легче, бывают сложнее. Для того, чтобы решить данную задачу, вам необходимо внимательно прочитать условия, разобраться, сколько у нас переменных. В нашей задаче даются имена девочек, даются музыкальные инструменты и иностранные языки. Для того, чтобы решить данную задачу, я всегда рекомендую составить подобную таблицу. После того, как таблица готова, мы прорабатываем каждую посылку. Первое. Маша играет на рояле. И мы на пересечении имени Маша и рояль ставим плюс. Дальше идет утверждение. Девочка, которая говорит по-французски, играет на скрипке. Пока мы можем возле французского языка отметить скрипка. Дальше.
Оля играет на виолончели. Отметим. И так далее. По мере проработки всех посылок у вас получается правильный ответ. После того, как у вас заполнилась вся таблица, посмотрите на утверждение еще раз. Пройдите с первого по последнее и проверьте, правильно ли вы все сделали. Ошибки в такого типа задачах могут быть только по невнимательности. Будьте внимательны всегда. Дальше я вам предлагаю решить кейс. Такого кейса в олимпиадах, конечно же, не бывает. Он нам нужен для того, чтобы, во-первых, мы выучили с вами один политологический термин, который когда-то попадался в олимпиадных заданиях. А во-вторых, данное задание учит вас логически мыслить. Этот термин gerrymandering. Его название происходит от имени и фамилии политтехнолога, который и придумал эту технологию. Он обозначает формирование избирательных округов таким образом, чтобы получить необходимый результат на выборах. Мы все прекрасно знаем, что различные города, различные регионы, районы с преимущественно сельским населением или с преимущественно городским населением голосуют по-разному. И округа можно компоновать по-разному. Например, объединить городской округ и сельский округ. Сделать два разных округа. Посмотрим на картинку. Это четыре варианта распределения избирательных округов. Допустим, что зеленым и фиолетовым цветом обозначены или отдельные избиратели, или отдельные населенные пункты, которые будут голосовать за того или иного кандидата. Если округа будут нарезаны таким способом, как на верхней левой картинке, то мы видим, что кандидаты от партии зеленых получат 3 мандата, а от партии фиолетовых только 1 мандат. На верхней правой картинке получается, что по 2 мандата получат обе партии. На нижней левой картинке 3 мандата получает партия фиолетовых и 1 мандат партия зеленых. А если избирательные округа будут нарезаны так, как изображено на нижней левой картинке, то все 4 мандата получит партия зеленых. Посмотрите в ваших материалах задание и помогите президенту Катаксоне провести в парламент как можно больше представителей от партии плюсов. Дальше переходим к экономике. Первая тема – это инфляция. Что же такое инфляция? Инфляция – это рост цен на товары и услуги, который вызван обесцениванием денег населения и снижением покупательной способности населения. У инфляции есть обратный процесс, он называется дефляцией. На слайде вы видите виды инфляции. Первая классификация – это умеренная, галопирующая и гиперинфляция. Вторая классификация – это инфляция спроса и инфляция предложения. Очень важно понимать, что есть разные классификации в зависимости от критериев, которые заложены для классификации. В первом случае критерием выбран темп инфляции, во втором случае – причины инфляции. Умеренная инфляция – это инфляция 3-5%. В некоторых учебниках вы увидите, что еще выделяют ползучую инфляцию. И тоже ползучая инфляция – это инфляция от 3 до 10%. Это не ошибка, это просто разные подходы ученых. Галопирующие инфляции обычно считают инфляцию до 50% в год. Последний вид инфляции – это гиперинфляция. Это очень опасный процесс. Например, в России в 1992 году, когда была гиперинфляция, она составила более 2000% в год.
Самый низкий уровень инфляции в России за последнее время был в 2017 году и составил 2,5%. Для сравнения, в прошлом году инфляция составила 4,3%. Во втором случае, как я уже сказала, классификация образуется по критерию причин ее. В первом случае инфляция спроса возникает из-за повышенного спроса на товары. Почему это происходит? У населения повышаются доходы, они готовы все больше и больше покупать, и возникает инфляция. При инфляции предложения этот процесс зависит от изменения цен на товары из-за производителей. Они повышают цены на товары по разным причинам. Может быть, были увеличены налоги для них. Может быть, сырье подорожало и так далее. Разберемся в некоторых причинах инфляции. Первая причина – это снижение процентов по кредитам. Почему возникает инфляция? Так как проценты по кредитам снижены, население легче и чаще берет кредиты. Появляются свободные деньги, приобретаются товары. Ну и по закону спроса, спрос растет и цены растут. Вторая причина – это снижение налогов. Действительно, если налоги снижаются для потребителей, денег у них становится больше, они хотят купить больше товаров, и тот же самый процесс. Спрос растет, и цены в ответ растут. Третья причина – падение объемов производства. Товаров выпускается меньше, и цены на эти товары растут. Четвертая причина – это рост бюджетных расходов. Бюджетные расходы – это также доходы потребителей. Если они растут, то и цены в ответ будут расти. Последняя причина – это рост зарплат. Зарплаты – это доходы потребителей, они растут, и цены в ответ растут. Дальше давайте с вами решим две задачи. Это задачи на инфляцию, они достаточно легкие. Это задачи примерно 8-9 класс. Первая задача 4.1. В таблице представлен уровень инфляции в России по годам. В каком году накопления в размере 50 тысяч рублей обесценились на 2135 рублей? Для того, чтобы решить эту задачу, нам необходимо построить пропорцию. 50 тысяч рублей – это 100%. А 2135 рублей – x процентов. Находим x. Для этого 2135 умножаем на 100 и делим на 50 тысяч. Как вы видите, получается 4,27%. То есть находим правильный год – это 2018. Посмотрим задачу 4.2. Зарплата составляет 20 тысяч рублей. Какой в стране уровень инфляции, если реальная зарплата в конце года 19 тысяч? Нам необходимо вспомнить, что такое реальная и номинальная заработная плата. Номинальная зарплата – это та сумма, которую фактически получает работник в качестве платы за труд. А реальная зарплата выражается в количестве товаров и услуг, которые можно купить за полученные деньги. Если в стране инфляция, то работник за номинальную зарплату может приобрести намного меньше товаров и услуг, которые он получил бы в предыдущие месяцы. Итак, решим задачу. Наша номинальная зарплата составляет 20 тысяч рублей. И мы видим, что в конце года по причине инфляции наша зарплата обесценилась в 1000 рублей. А 1000 рублей по отношению к 20 тысячам – это 5%. Это и будет правильный ответ. Перейдем к задаче 4.4.
Вы положили 200 тысяч рублей на вклад «Сохраняй» на полгода под 5% годовых. Какой доход вы получите через полгода? При решении таких задач надо быть очень внимательным. Нас спрашивают, какой доход вы получите через полгода. То есть 5% необходимо разделить на 2. Нам осталось высчитать 2,5% от 200 тысяч. Это 5 тысяч. Это и есть правильный ответ. Решая такие задачи, будьте внимательными. Прочитайте еще раз вопрос. Вопрос может быть таким. Какая сумма будет лежать на данном счете через полгода? И тогда ответ будет 5 тысяч плюс 200 тысяч. 205 тысяч. Напоследок хочу порекомендовать вам ряд учебников, которые помогут подготовиться к этим двум разделам Олимпиады – логика и экономика. Также не забывайте прорешивать олимпиадные задания различных этапов прошлых лет. Сейчас я предлагаю посмотреть вам одну из серий прекрасного мультфильма «Незнайка на Луне». Ответить на несколько вопросов, казалось бы, обществоведческих. Это вопросы научные, это вопросы юриспруденции, экономики, но они отражены также вот в детском мультфильме. Во-первых, какие права человека или гражданина вы могли заметить в этом мультике? Какие права проиллюстрированы в этой серии. И второй блок вопросов, он из экономики. Какие типы экономических систем изображаются в этом мультфильме? Одна из этих экономических систем изображается в том обществе, в которое попал Незнайка, вот в этот город, незнакомый ему, который расположен на Луне. Какой тип экономических отношений в этом обществе? Как ведут себя герои? Что самое главное для них? И подумайте, почему некоторые вещи, например, деньги, не знакомы Незнайке. И вспомните, из какого общества он прилетел, какая экономическая система была в том обществе. После просмотра мультфильма подумайте над этими вопросами. И у вас будет еще лекция, которую прочитает Денис Александрович Баутин, о рыночных отношениях, о спросе, предложении, о рынке. И вот там как раз эти вопросы разбираются. Вот попробуйте провести параллели с тем, как изображена экономическая система и тип экономических отношений в мультфильме и теорией. Thank you.
По-моему, это просто луна. Как просто луна? Луна ведь маленькая. Ай-ай-ай! Сейчас луна на нас упадет! Так! Это не луна на нас упадет, а мы на нее. Мы? Ну да, сейчас как треснемся об луну. Привет, ромашки. Треснемся? А я совсем не хочу трескаться. Хочешь, не хочешь, а ракета отключилась. Как отключилась? Как включилась, так отключилась. А как она включилась? Как? Кто-то запустил ракету. Это не я. Не ты? Ночью раздумал лететь и попал в какую-то маленькую кабиночку. Эх, надо было мне одному лететь. Думаете, если я машина, я ничего не чувствую? А я вот чувствую. Мне обидно. Могу и перегореть. А чего я такого сделал? Ты должен извиниться. Кто я? Эх, терпеть не могу всякие там извинения. Ну, извини, пожалуйста. Скажи 100 раз, тогда включусь. 100? Ага. Точно включишься? Честное компьютерное слово. 100 раз. Ну, включайся. Как это? Ты сказал, что включишься, если я скажу 100 раз. Я и сказал. Это что, хитрость? Нет, это космическая смекалка. Внимание! Согласно программе прилунения, включаю систему мягкой посадки. Поздравляю вас, уважаемый коллега Пончик. Мы первые коротышки на Луне. На Луне? Начнем исследование под моим руководством. Ой, какая она хорошая, наша Земля. А теперь смело... Значит, есть и воздух. А если есть воздух, то есть и лунатики. Ой, не могу. Ну, Мора. Ну, зачем же воздух в баночке собирать? Ой, какой забавный. Ну, надо же. А ты зачем здесь висишь? А вот хочу и висю. Тебе-то что? Да ты знаешь, кто я? Ты? Вот, закончу с пробами воздуха, это очень срочно, и займусь тобой. Ты будешь моя журналистка-находка. Кто я? Твоя находка? Да я... Ну, я за себя не отвечаю. Эй! Меня зовут Звездочка. Подумаешь, Звездочка. Какой странный. Такая шляпа. Ну, надо же. Вот это по мне. Ах ты, разбойник! Да как
посмел сорвать любимую грушу господина Клопса! Вот я тебе! Вот, 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 послушайте, вот. Что это такое? Зачем метлой? Ты чего дерешься? Смотри! Она сейчас опять вырастет. Господин Клопс! Он осмелился! Осмелился! Грушу! Мою личную грушу! Здравствуйте! Вас приветствует посланник Земли! Сейчас ты у меня попляшешь! Подожди его! Он съел мою грушу! Раздели меня! Его! Ты что же смотришь, Розиля? Этот мерзавец сломал мою любимую грушу! Моя личная грушка! А ему не больно? Может и больно. Так ведь он сантики получает. Сантики. О, это, наверное, у них так называются синяки. Что-нибудь еще, дорогой друг? Эх, донеси все, что есть. Вот перекушу, и надо искать пончика. Вот ведь две такие разные планеты, ваша и наша. А покушать и там приятно. Благодарю вас. Пойду искать друга. Вы забыли, дорогой друг, о деньгах. О чем? О деньгах, дорогой друг, о деньгах. О каких, дорогой друг, деньгах? Я, как бы сказать, впервые слышу такое слово. Впервые слышишь? А про полицию ты тоже слышишь впервые, а? А? Ну так услышишь. О, еще одного в каталажку сунули. А мне кажется, что не сунули, а забросили. А сантики у тебя есть? По-моему, у меня повсюду эти сантики. Да ты в карманах поищи, дурачина. А ты не называй меня дурачина, а то как дам. Дай вот. Ну как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал. А что такое эти сантики? Вот дает. Прямо как с неба свалился. Вот они, сантики. А уж фертинги это... Тебя как зовут? Незнайка. Вот. Да как же вы можете, братцы, есть такую гадость? А ты что, знаешь, где взять получше? Конечно. На планете, откуда я прилетел, в цветочном городе растут вот такие яблоки. Арбузы величиной с двухэтажный дом. Тянь! Да, мы на всякий случай вам привезли семена, чтобы у вас такие же выросли. Да врет он все! Вот дам, чтобы не врал! Давай сюда шляпу! Не-не-не, шляпа моя будет! Это моя шляпа! Ты была вообще дурачина! Что? Да!
Значит, ты утверждаешь, что ты не знайка. Да. И еще, что я прилетел с планеты Земля. Все так говорят, милейший. Стой смирненько. Пяточки вместе, руки по швам. А я ведь знаю, как тебя зовут. Это потому, что я вам сказал. Не надо. Совсем не поэтому. Преступники обожают менять свои имена. Вот ты, например, сегодня, к примеру, сказать, ты Незнайка. Завтра все Знайка. Послезавтра еще какая-нибудь чертяйка. Ты имеешь дело с инспектором Миглем. Фиглем? Не Фиглем, а Миглем. При этом имени преступники начинают мелко дрожать. Иди-ка сюда. Так, так, так. Носик. Вот он. Уши. Глазки, глазки. Да послушайте меня. Я космический путешественник. Ты бандит-мухомор. Кто я? Знаменитый бандит и налетчик. Ты ограбил 33 банка, 147 магазинов и 321 раз... Нет, 322 раза поужинал, не заплатив ни сантика. Я прилетел к вам. Я летел, чтобы... Летел, летел и залетел. Не правда ли остроумная шутка? Вы имеете дело с полицией Луны, господа, а это вам... Не шуточки. Мы продолжаем наш курс лекций. Меня зовут Балутин Денис Александрович. Я преподаватель Кубанского государственного университета. И сегодня мы с вами приступаем к новой теме, которая касается политической сферы жизни общества. Тема, которую мы сегодня с вами рассмотрим, на мой взгляд, является достаточно важной, и мне кажется, что вам было бы очень неплохо разбираться в этой теме. Сегодня мы поговорим о государственной власти и гражданском обществе, о том, каким образом эти понятия связаны друг с другом, как два этих феномена взаимодействуют, как они связаны, что их объединяет и что в них, в общем-то, разного. Основные понятия или основные термины, о которых мы сегодня будем говорить в ближайший час, это власть, государство, общество, правовое государство и гражданское общество. Вот об этом поговорим. С этого мы с вами начинаем сегодня свой путь. Надеюсь, что через час нам удастся разобраться в большинстве из этих понятий. Ну, как вы понимаете, начнем мы, конечно, по порядку. Для того, чтобы начать и подойти уже к нашей теме о взаимодействии гражданского общества и государственной власти, нужно разобраться, а что же вообще из себя представляет власть. Нужно дать определение или понятие. Сразу оговорюсь, что определений данного феномена мы можем встретить очень много. И, в общем-то, дают его с позиции разных наук. Политологи, в общем-то, формулируют свое определение, психологи свое. Нужно сразу понимать, что власть – это очень многогранный феномен. И мы на себе испытываем власть, и мы сами эту власть имеем. Что же это за власть такая? Когда мы находимся в школьном возрасте, мы испытываем на себе власть школьного учителя, директора школы, папы, мамы, старшего брата, старшей сестры. Когда мы станем немножко взрослее, будем испытывать еще и власть начальника на себе, власть разных государственных институтов, государства в целом, конечно, там власть президента как верховного главнокомандующего и вообще самого главного человека в нашем государстве. Власть, понятие очень разное, но, в общем-то, говоря о том, что это такое, чаще всего мы приходим к выводу, что власть – это такая способность и возможность одного человека или группы лиц подчинять других людей своей воле, то есть заставлять их делать то, чего они делать до этого сами
не хотели и сами бы никогда не сделали. Обычно, когда мы говорим о власти с точки зрения социального феномена, то мы можем ее измерить в том числе и количественно. То есть это вот как раз-таки количество тех самых людей, которых я могу заставить делать то, чего они до этого делать не хотели. Чем больше этих людей, тем больше, соответственно, моя власть. И здесь мы понимаем, что у папы с мамой власть измеряется в одном количестве, у начальника в другом количестве, у главы государства в третьем количестве. Власть, как я уже сказал, бывает очень разная. И вот здесь на разных карикатурках мы видим о том, каким образом это можно изобразить, в том числе и графически. Откуда же все это взялось? Откуда власть вообще пошла? Здесь есть достаточно много теорий. Познакомить вас сегодня хочу с тремя из них. С тремя самыми популярными. Первая теория об элитарном характере власти, которая говорит о том, что власть на самом деле исходит из разделения общества на так называемую элиту и массы. Элита господствует над массами и представляет обычно меньшинство. Ну а масса, соответственно, это большинство, которое элите подчиняется. Здесь стоит сказать, что в зависимости от развития общества, от этапов его развития, в элиту этого самого общества попадают очень разные люди. Если мы будем смотреть на первобытный общинный строй, то, в общем-то, там в элиту входили те, кто были сильнее, быстрее, физически более крепкие. Если же мы говорим про сегодняшний день, то, в общем-то, физические данные отходят на второй план, и сегодня элитой становится совсем по другим признакам. Но, тем не менее, вот такой элитарный подход к определению власти, то есть что это такое? Это когда более одаренные по разным причинам и по разным факторам управляют менее одаренными. Опять же, по разным причинам, в зависимости от типа и стадии развития общества. Второй подход марксистский. Мы с вами говорили о Карле Марксе и в предыдущих наших лекциях. Мы немножко уже знакомы с тем, кто это. Особенно подробно рассматривали его учение, когда говорили о социальной стратификации в предыдущей нашей лекции. Но вот с точки зрения Маркса и его последователей, власть – это организованное господство одного класса. И здесь в первую очередь они говорят не о политике, а об экономическом доминировании, когда один класс доминирует над всеми остальными классами общества. Ну и, собственно говоря, третий подход к определению власти, с которым я, наверное, как исследователь соглашаюсь больше, чем с предыдущими двумя, это так называемый поведенческий подход. Он рассматривает власть как естественный феномен, который придумал не человек, не мы с вами придумали эту штуку. С точки зрения поведенческого подхода власть рассматривается как феномен или как черта поведения человеческой психики, о том, что такое психика и сознание, мы с вами говорили в нашей второй лекции. Так вот, с точки зрения исследователей, власть – это то, что мы, в общем-то, унаследовали от животных, не только человек к ней стремится, не только человек к этому склонен, доминировать над другими склонны и животные, особенно те животные, которые живут группами, мы можем там это очень хорошо проследить. И, в общем-то, это вполне себе естественное черта поведения, которую мы просто-напросто унаследовали еще от наших далеких-далеких предков. Примерно с тем, что такое власть, мы разобрались. Нужно понимать, что власть бывает очень разная, и не всегда то, что мы понимаем под властью, исходит от государства и вообще с ним связано. Бывает совершенно по-другому. Во-первых, нужно понимать, что власть делится по сферам общественной жизни. Мы можем говорить об экономической власти над нами, мы можем говорить о политической власти над нами, можем говорить о духовной власти над каждым из нас. Собственно говоря, экономической властью над нами чаще всего обладают те люди, которые выплачивают нам зарплату или какое-либо жалование, политической властью те люди, которые принимают важные для нас решения, но духовной властью обладают те, чьи ценности мы разделяем, в общем-то, в духовном плане. Также власть можно разделить и по режиму управления. Мы чуть позже с вами еще к этому вернемся и об этом поговорим. Но по способу управления или по типу политического режима очень часто выделяют демократическую, авторитарную и тоталитарную власть.
это, скажем так, внутреннее устройство или особенности взаимоотношений, вот именно вот как раз-таки типа этих взаимоотношений, насколько они жестко регламентированы или не жестко, насколько присутствует здесь, что называется, доля авторства нашего с вами или доля творчества, или не присутствует. По субъекту власти, ну здесь, собственно говоря, мы говорим о тех, кто этой властью может обладать. Может обладать президент, может обладать родитель, может обладать какой-то господствующий класс или какая-то господствующая политическая партия, которая обладает властью по отношению ко всем остальным. Если говорить о власти, то стоит еще затронуть такое понятие, как легитимность. Вот здесь нужно не путаться, легитимность, насколько я помню, насколько я знаю, такой феномен существует только в русском языке, а легитимность и легальность у нас немножко разные определения. Вообще в международном праве это одно и то же. Но с точки зрения российской традиции, правовой традиции, под легитимностью обычно понимают общественное признание той или иной власти. Причем здесь можно не только про президента говорить. Это может быть власть президента, может быть власть духовного лидера, того же патриарха, например. Да, насколько мы признаем ее над собой и насколько мы ее разделяем. Вот если мы ее признаем как законную, справедливую и добровольно соглашаемся ей подчиняться, значит такую власть можно назвать легитимной. Уже знакомый нам с вами Макс Вебер, немецкий социолог, историк, экономист, говорил, что вообще существует всего три типа легитимности. С его точки зрения мы очень часто будем говорить с вами о легитимности по Максу Веберу. Вот Макс Вебер говорит, что у меня есть всего лишь навсего три повода считать того или иного человека, или власть того или иного человека справедливой по отношению ко мне. Первый повод мне доверять этому человеку называется традиционным. Ну, в общем-то, помните, еще у Пушкина было: привычка свыше нам дана, замена счастью она. Повинуемся по привычке. Либо потому, что еще наши папы, мамы, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки повиновались и подчинялись именно вот этой власти, ничего они с ней сделать не могут, да и не хотят, собственно говоря, потому что хорошо им было при этой власти. То есть традиционно или по традиции, это один из типов легитимности. Второй тип легитимности харизматический. Мы с вами знаем, что такое харизма. Это какой-то, то есть когда мы не до конца понимаем почему, но нас тянет к другому человеку. Это вот как раз таки преклонение перед какими-то особыми качествами того человека, который по отношению к нам свою власть использует. Так называемое харизматическое лидерство. Когда мы до конца не можем сказать что, но что-то нас в этом человеке точно привлекает, мы наделяем его какими-то особыми чертами. Ну, такими чертами очень часто наделяют, например, Владимира Ильича Ленина, или, там, не знаю, Че Гевару, или Фиделя Кастро. То есть вот те люди, которые как раз-таки были очень необычными, были очень яркими фигурами своего времени. Ну и третий повод с точки зрения Макса Вебера, это рационально-легальный, когда мы понимаем, по какому принципу этот человек пришел к власти, почему он ее обладает, и мы с ней полностью соглашаемся. Вот это как раз-таки наиболее подходящий вариант под нашу сегодняшнюю тему. Мы сегодня говорим с вами про правовое государство и гражданское общество. С точки зрения Макса Вебера, это, в общем-то, тот случай, который для этого общества наиболее подходит. Когда мы полностью понимаем, с чем этот человек к нам пришел, чего он хочет добиться, мы ему позволяем это делать, и после этого он начинает обладать той или иной властью по отношению к нам. Если говорить не о власти вообще, а уже переходить в сторону политической власти, то здесь стоит понимать, что власть вообще, мы с вами уже говорили, существует экономическая, военная, духовная, информационная, и государственное. Но нужно понимать следующее, что власть политическая как раз-таки дает ее носителю возможность влиять абсолютно на все общество в целом. И на экономику, и на политику, и на социальную сферу, и духовную, и военную, и все остальное. То есть политическая или государственная власть
это как раз-таки то, что объединяет всю остальную. И то, от чего она зависит, вся остальная власть. Если говорить о политической власти как об особенном феномене, нужно понимать, что для того, чтобы она состоялась, нужно, в общем-то, соблюдение сразу нескольких пунктов. Во-первых, эта власть должна быть легальной или юридически формально оформленной и законной. Об этом мы с вами уже поговорили. Макс Вебер выделяет три повода для такой законности. И Вебер, опять же, говорит еще об одной вещи. Он говорит, что если на территории какого-то государства устанавливается политическая власть, то только эта политическая власть обладает монополией на законное или одобряемое насилие. Ну, в общем-то, одобряемое насилие даже звучит как-то не совсем обычно. Да, оно немножко так режет слух. Но мы должны понимать, что с точки зрения политологии, с точки зрения права, это вполне себе обычная формулировка, потому что это означает, что когда мы избираем ту или иную власть, мы этой власти доверяем полностью, и никто, кроме нее, не может, в общем-то, применять репрессивные инструменты. Ну, что мы понимаем, в общем-то, под вот этим самым одобряемым и законным насилием? Это деятельность правоохранительных органов, например. Это деятельность Федеральной службы исполнения наказания. Общество дает такое право государству, но государство не может его никому передавать. Только оно самостоятельно, больше никто. Второй повод, или вторая особенность политической власти, это верховенство или суверенность. Обязательность решений власти для общества и, соответственно, всех других видов власти. Это значит, что появляется один конкретный центр принятия решений, которым подчиняться должны все остальные центры, или вся остальная власть должна согласовываться именно с этим. Третий пункт, или третья особенность – публичность, то есть всеобщность. Она должна быть обращена абсолютно ко всем гражданам и должна быть обезличенной, то есть обращается от имени всего общества в форме права и закона. Нет никакого конкретного человека, который выходит и говорит: «Я решил вот так». Издается закон, который имеет обезличенную форму и которая, в общем-то, относится ко всем сразу, а не к кому-то конкретному. Четвертая особенность – моноцентричность. То есть наличие единого центра, как я уже сказал, принятия решений, с которым все остальное согласуется. Пятая особенность – многообразие ресурсов, при помощи которых власть будет добиваться тех результатов, в общем-то, ради которых она замышлялась. Это принудительные инструменты экономические, информационные и другие. Если же говорить о политической власти, мы так или иначе приходим к феномену, который называется государство. Государство является основным элементом и, в общем-то, сердцевиной любой политической системы. Государство выступает обычно и в качестве основного средства осуществления политической власти. И государство же – это то обстоятельство, которое придает центральной власти вот этот единый политический институт. То есть государство – это и способ организации, и институт одновременно. С другой стороны, государство можно рассматривать еще и как политическую общность, которая имеет определенную структуру, организованное взаимодействие политической власти и управление социальными процессами на определенной территории. Вот здесь стоит оговориться, что понятие государства и понятие страна не тождественны. Мы с вами знаем очень много разных примеров, когда на территории одной страны существовали разные государства. Ну, возьмем, в общем-то, нашу с вами страну. За последние 150 лет на ее территории существовало три разных государств. Сначала это была Российская империя до 1917 года. С 1917 года по 1991 год это Советский Союз. И с 1991 года по сегодняшний день это Российская Федерация или Россия согласно Конституции. Страна одна, государство три. Ну, в общем-то, о том, что такое государство и о том, что это отдельный феномен, который достоин отдельного рассмотрения,
впервые заговорили еще в конце 15-го, начале 16 века. Одним из первых специалистов, мыслителей, философов, которые заговорили об этом, был Никола Макиавелли. Он впервые использовал для обозначения государства такой термин, как «стато» или «статус», то есть «положение статус», которым он объединил такие понятия, как «республика» и «единовластное правление». В своих работах, с которыми вы в том числе можете познакомиться и сегодня, они есть на русском языке, адаптированы для нашего сегодняшнего понимания. Вы можете познакомиться с работой Никола Макиавелли «Государь» или «Рассуждение о первых 10 книгах Тита Ливия». А в общем-то там Макиавелли рассуждает о том, что государство – это институт, но это институт, который не тождественен всему обществу. Впервые Макиавелли противопоставляет общество и государство. Говорит о том, что это разные понятия и разные феномены, которые и рассматривать нужно по отдельности. Государство, с точки зрения Макиавелли, это только определенная политическая организация общества, но не есть общество в целом. Вслед за Макиавелли были другие ученые, которые рассматривали феномен возникновения и существования государства. Мы сегодня познакомимся с вами с 6 самыми популярными теориями на этот счет. Стоит сразу сказать, что даже и сегодня у каждой из этих теорий есть свои последователи, которые, в общем-то, считают одну из них наиболее, в общем-то, похожи на действительность. В общем-то, первая теория, с которой мы познакомимся, это теория теологическая, или теория теологического происхождения государства. Подтверждение этой теории мы можем встретить у Фомы Аквинского, например, или у Августина. В чем заключается эта теория? В общем-то, государство, как и все сущее, с точки зрения Фомы Аквинского, было создано Богом. Это теоцентрическая, в общем-то, картина мира. Государство – это результат Божьего промысла. Вторая точка зрения, которой придерживался Филмер, это теория происхождения патриархальная, так называемая. С точки зрения этого круга исследователей, государство возникло в процессе такого объединения семей и родов. Сначала, то есть семья разрасталась в крупную семью, затем появился большой род. Этот род мог объединяться с другими. И, в общем-то, с точки зрения исследователей, государство – это просто большая семья, которая постепенно росла, усложнялась. И вот как раз-таки правитель государства – это вот такой отец семейства, и его власть, она очень схожа с отцовской властью внутри семьи. Третья теория, к которой, наверное, больше всего склоняюсь я, но при этом все из них имеют право на существование, и все из них могут быть подтверждены теми или иными научными размышлениями, это теория договорная, так называемая. Или теория общественного договора. Здесь очень много исследователей, с которыми можно познакомиться и сегодня. Это Джон Лок, это Гоббс, это Дидро, Жан-Жак Руссо. В общем-то, о чем говорили мыслители 18 уже века? Они говорили о том, что государство – это результат такого общественного или всеобщего договора. Люди просто заключили такое соглашение, что мы будем взаимодействовать вот таким образом. Мы соглашаемся вот на такие ограничения. В каждом обществе они свои, в каждом государстве они свои. Но мы понимаем, что мы заплатим какими-то ограничениями, условно говоря, будем платить налоги, будем подчиняться тому, что скажет правитель, за то, что правитель будет нас защищать, правитель будет нами управлять по справедливости, будет разрешать все наши споры и так далее. То есть вот из такого договора когда-то появилось государство. Это еще одна точка зрения. Четвертая точка зрения, которая тоже достаточно интересная, психологическая теория возникновения государства. Габриэль Тарт, Бюрдо говорят о том, что, в общем-то, государство –
Это естественная, опять же, такая естественная потребность человека объединяться с себе подобными и выстраивать определенную иерархию взаимоотношений. И, в общем-то, это все то, что мы унаследовали от животных. Ничего в этом тоже удивительного нет с точки зрения Тарда. И они говорят, что просто вот таким образом человек находит себе место в окружении других ему подобных. Человек – существо биосоциальное, мы с вами знаем, в общем-то такое социальное животное, поэтому ему нужно существовать с другими животными. Следующая теория, органическая теория Герберта Спенсера, одного из психологов уже 20 века, здесь рассматриваются в первую очередь биологические факторы. Спенсер вообще рассматривает государство с точки зрения сложного организма. Он говорит, что полиция в государстве – это иммунная система организма, экономические денежные потоки – это кровь этого организма, семья или какие-то социальные группы – это есть отдельная клеточка данного организма. Такая теория тоже имеет место на свое существование и, в общем-то, появилась она уже в начале 20 века. Материалистическая теория Карла Маркса и Фридриха Энгельса, с которой мы с вами уже очень часто встречались, в общем-то, о чем они говорят? О том, что в первую очередь здесь превалируют экономические факторы, и что, в общем-то, государство – это есть естественный процесс угнетение одних слоев населения другими. Ну и еще одна точка зрения Дьюринга, например, о том, что государство как феномен возникает вследствие завоевания и насилия. То есть вот когда мы живем просто сами, своим племенем, никакое государство нам не нужно. Мы можем договориться, каким образом и что мы будем делать. А вот когда мы, например, идем захватывать нашего соседа, нам нужно понимать, как управлять теми, кого мы захватили. И вот с точки зрения данных исследователей, государство как раз таки появляется там, когда мы начинаем управлять захваченными территориями и захваченными людьми, в общем-то. Для них мы создаем государство. Для себя оно нам не нужно, а вот для чужих, которыми нам нужно как-то справляться, нам как раз таки нужно будет государство. Вот такие 6 взглядов, 6 теорий, собственно говоря, вы можете поинтересоваться и почитать то, что вас заинтересовало больше всего, можете познакомиться с каждой из этих теорий, с удовольствием на консультации отвечу на вопросы, если они у вас об этом будут, но сейчас долго останавливаться на этом не будем, потому что есть еще очень много того, что хочется рассмотреть. Если же говорить о конструировании государства любого, то нужно понимать, что должно быть соблюдено несколько условий. Самыми важными из них являются территория, население и суверенная власть. Да, мы потом с вами будем говорить, что еще здесь приходят такие экономические понятия, как, например, налоговая система, самостоятельная валюта. Но вот основные вещи для того, чтобы государство сложилось, для того, чтобы оно появилось, это территория, народ и власть. Давайте более подробно разберемся с каждым из этих пунктов. Под территорией мы обычно понимаем физическую или материальную основу государства. То есть конкретно та часть земли, на которой государство будет находиться, на которой оно будет расположено. В общем-то, нельзя организовать государство, если у вас нет конкретной земли, которая могла бы ему принадлежать. Ну, мы помним с вами несколько феноменов, когда, в общем-то, правительство или правящие органы того или иного государства существовали за его пределами, но, в общем-то, ни к чему хорошему это не привело, и нельзя было до конца сказать, что именно государство в тот момент существовало. Если же мы говорим с вами о территории как о признаке государства, то нужно понимать, что эта территория должна быть нераздельна. То есть она должна принадлежать частным собственникам, которые не могут, в общем-то, между собой эту территорию каким-то образом делить. Это должна быть территория, которая относится к конкретному государству. Эта земля должна быть неприкосновенна. Это должно находить свое отражение, в частности, в принципе, невмешательство публичной власти в дела другого государства. У меня есть власть
данное мне моим государством на этой территории, и я не могу вмешиваться в дела другого государства. Территория должна быть исключительно, то есть на территории государства господствует власть только этого государства и больше никакая. Не знаю, может быть, вы слышали или не слышали, очень много было разных конфликтов, особенно в 19 веке, да и, по-моему, даже в веке 20, когда правители того или иного государства, особенно приходящие к власти путем демократических выборов, открыто заявляли о том, что они, например, верующие христиане. И тогда, значит, государственные служащие или государственный аппарат или конкуренты данного политика задавали вполне конкретный вопрос. Если этот человек является верующим христианином, он признает, например, что он католик, власть над собой Папы Римского, то, в общем-то, государством-то кто управлять будет? Тот человек, которого избрали, или все-таки тот, кому подчиняется он? Вот здесь нужно понимать, что на территории данного государства должна быть власть только одного государства и никакого другого. Четвертый признак, в общем-то, это неотчуждимость. Государство, которое лишилось своей территории, государством перестает быть. И здесь нужно понимать, что, в общем-то, государственно-территориальное деление – это достаточно серьезная проблема и сегодня, в первую очередь, политическая. Даже сегодня, в 21 веке, не прекращаются острые, в том числе и вооруженные конфликты, из-за спорных территорий или из-за сохранения территориального единства. В общем-то, и 20-й, и 21-й год тоже был примером вот таких конфликтов. Вы можете наблюдать и сегодня, к сожалению, конфликты, которые происходят недалеко от границы Российской Федерации. Это конфликты в Нагорном Карабахе, Азербайджана и Армении, которые, в общем-то, обе стороны данного конфликта предъявляют права на определенный участок территории. Второй повод, вторая составляющая, без которой государство государством быть не может. Это население или народ. Население – это один из составляющих элементов любого государства. В общем-то, любая человеческая общность, которая проживает на территории данного государства, и, что очень важно, подчиняется его власти. Здесь тоже нужно посмотреть на несколько особенностей. Во-первых, целостность народа. Что это означает? Это значит, что абсолютно все люди, которые проживают на территории данного государства, являются... ощущают и признают себя частью именно этого государства. Именно подчиняются тем законам и той власти, которая была организована и которая есть на территории данного государства. Вот здесь нужно понимать, если мы говорим опять же о проблемах века 21-го, что раскол населения по любому признаку и сегодня является очень серьезной угрозой существования любого государства. Если мы с вами вспомним уже финальные этапы Советского Союза, мы помним, что, собственно говоря, в том числе и по вопросам вот этого самого раскола общества, очень многие советские республики выходили из его состава. Раскол населения может быть по разным причинам, по социальному, по классовому признаку, по этническому, по религиозному. И вы знаете про конфликт в Чеченской республике в 90-е, начало 2000-х годах. И вы знаете, наверное, о том, что в том числе и республика Татарстан подумывала, в общем-то, о выходе из состава сначала Советского Союза, а потом и Российской Федерации. И, наверное, вы помните даже вот этот лозунг по поводу «берите суверенитета столько, сколько сможете унести». И это на самом деле вот этот раскол по национальному признаку, он стал очень серьезной проблемой для наших политиков в 90-е годы. К счастью, Россия смогла с этим справиться, и сегодня, в общем-то, мы имеем государство в тех границах, в которых оно существует. Ну и третий, в общем-то, третий компонент
государства, если мы захотим с вами свое государство организовать, мы уже знаем, что нужна какая-то территория, мы должны ее где-то взять, которая не будет относиться ни к одному государству. Мы должны, в общем-то, заселить это государство каким-то населением, и мы должны организовать какие-то властные механизмы на этой территории и для этого населения. Здесь нужно понимать, что вот это самое, эти самые властные механизмы, это суверенная, то есть независимая ни от какого другого государства власть. Именно эта власть является определяющим элементом и основным признаком любого государства. Именно от суверенитета, то есть от независимости одного государства от всех других государств или других, не знаю, там, крупных организаций, и есть отличие государства от любого другого феномена, любой другой общности. Государственный суверенитет – это верховенство на данной территории и независимость в международных отношениях. Итак, давайте посмотрим еще раз на определение, что же такое государство. В общем-то, мы это определение за время развития научной мысли с 15 века доработали, видоизменили. Оно уже не такое, как было у Никколо Макиавелли. Оно, собственно говоря, более сложное и более всеобъемлющее. Сегодня под государством обычно понимают такую особую форму организации политической власти в обществе, которая обладает суверенитетом, то есть независимостью, монополией на применение узаконенного насилия и осуществляющее управление обществом с помощью социального механизма или особого аппарата. Сегодня под государством мы понимаем именно это. То, что касается основных типов или основных форм государства, эта тема достаточно объемная, останавливаться на ней сейчас мы долго не будем, но если у вас есть вопросы именно по вот этой части, мы очень подробно можем обсудить как раз таки это на консультации. Здесь нужно понимать, что когда мы говорим о формах государства, обычно мы выделяем три основных показателя. Это форма правления, форма государственно-территориального устройства и политический режим. Это вот то, что обозначено на слайде под цифрами 1, 2 и 3. Если мы говорим про форму правления, обычно выделяют две основных, это монархия и республика. Основное отличие в них, что в монархии власть передается, а в республике власть сменяется. Дальше, соответственно, и монархии, и республики бывают очень разными по своему способу организации и по уровню развития общества внутри. Второй признак, по которому мы выделяем основные типы государства, это форма государственно-территориального устройства. То есть то, каким образом устроено территориальное деление внутри данного государства. В зависимости от организации государственно-территориального устройства обычно выделяют 3 или 4 основных формы. Это унитарное государство, где разделения нет совсем, а где есть единый центр принятия решений, и его власть распространяется на все государство. К таким государствам, например, можно отнести современную Францию. Однажды, когда у министра образования Франции спросили, что сейчас делают его ученики 8 класса, он сказал, что прямо сейчас все ученики 8 класса всей Франции пишут сочинение по Александру Дюма. Это означало, что абсолютно вся система, в данном случае образования, делает одно и то же. Второй тип или вторая форма государственно-территориального устройства, федеративное государство, к которым относится и Российская Федерация, говорит о том, что да, существует единый центр принятия решений, в данном случае это столица нашей страны, город Москва, где находятся федеральные органы государственной власти, но также есть и определенная власть у субъектов Российской Федерации. Это пример, который мы, например, с вами, это, например, то, что мы могли наблюдать с вами в период
пандемии коронавируса, которая вот сейчас заканчивается, к счастью, ограничения ослабевают. Когда мы видели, что в Москве вводятся одни ограничения, в Краснодарском крае другие ограничения, и они могут меняться, и решения могут применяться в зависимости от конкретной ситуации, сложившейся в том или ином субъекте федерации. Да, есть общие правила, но эти правила могут быть разными в зависимости от конкретной территории. То есть федеративный способ устройства государства говорит о том, что у центра принятия решений есть, понятное дело, верховенство, но также и власть на местах тоже присутствует. То же самое можем с вами рассмотреть и на примере школьной программы. Мы понимаем, что есть так называемый федеральный компонент, то есть те предметы, которые есть абсолютно у всех на территории всей страны, это русский язык, математика, история, обществознание. Но также мы понимаем, что есть так называемый региональный компонент. Это то, что в Краснодарском крае и в Ставропольском крае будет немного разным. Мы изучаем с вами историю Кубани, мы изучаем географию Кубани, мы знаем много про наш местный фольклор. И это тоже входит в систему образования на территории Краснодарского края. Но опять же у нас есть центр принятия решений Министерства просвещения Российской Федерации, которое разрабатывает общие стандарты, а Краснодарский край может к ним что-то добавлять. Третий тип или третья форма государственно-территориального устройства, конфедеративное государство, это такая форма управления, когда власти больше уже на местах, чем в центре. Да, есть центр, который может задавать какие-то общие правила, который выдает общие инструкции, но в большей степени как раз таки решения применяются на местах. Третий пункт или третье основание для вот выделения таких типов или форм государства, это разделение по политическому режиму или по типам политического режима. А если говорить про политический режим, то это как раз таки вот здесь так, сила вот этого взаимодействия или управления внутригосударственное. Обычно мы выделяем следующие типы политических режимов. Демократический, авторитарный и тоталитарный. А если рассматривать более досконально, то мы можем выделять еще четвертый тип, либеральный. И иногда мы еще говорим о тирании, как о такой самой крайней стадии тоталитарного режима. Если же говорить про те режимы, которые представлены здесь, под демократией мы обычно понимаем власть большинства, то есть это такой тип политического режима, при котором, собственно говоря, разрешено все то, что на самом деле в государстве есть. В тоталитарном режиме обычно говорят, что разрешено только то, что разрешено. То есть те права, которые прописаны, то, что мне разрешили делать, именно это я делать и могу. То, что касается авторитарного режима, говорят, что там разрешено все то, что не запрещено. И там как раз таки обычно гражданам предоставляются все права, но ограничиваются их политические права. У них есть все гражданские, но есть ограничения на политические. Если мы рассматриваем с вами четвертый повод для типологизации государств, так называемой функциональной направленности. Это военные государства, полицейские, социальные или правовые. Вот мы сегодня с вами очень подробно, надеюсь, еще остановимся и успеем на правовых государствах и поговорим, чем они отличаются от всех остальных. Ну и пятый повод для выделения, это так называемые типы государств, стабильные и нестабильные, или устойчивые и неустойчивые. Это в зависимости от того, насколько это государство как раз таки суверенное, насколько оно может быть полноценным участником международных взаимоотношений. Мы, например, можем сказать с вами, что в 17-18 году наше государство было не очень стабильным. А, например, там в 30-е годы стало уже достаточно стабильным. Или сегодня мы имеем достаточно стабильное государство.
То, что касается гражданского общества, это как раз-таки тема нашей сегодняшней лекции. К ней мы перейдем уже очень скоро. Но стоит сказать, что гражданское общество как феномен может существовать далеко не в каждом государстве. Здесь нужен особенный вид государства, так называемое правовое государство. Что обычно исследователи понимают под правовым государством? Правовое государство – это такая форма организации и деятельности государственной власти, при которой само государство, а также абсолютно все государственные образования, все общественные организации и все индивиды уважают право и находятся в одинаковом к нему отношении. То есть есть полностью одинаковое отношение между, например, конкретным государством Российской Федерации и конкретным Петей Ивановым. У них одинаковые права существуют в рамках правового государства. Если говорить про принцип правового государства, то, в общем-то, он предполагает, что абсолютно все правовые акты внутри государства должны подчиняться и должны соответствовать основному закону страны. В нашем случае это Конституция 93 года. В нашей Конституции записано, именно в первой статье, она с этого начинается, записано, что Российская Федерация или Россия, нашего государства два названия, есть демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой правления. Ну и, собственно говоря, упоминая о правовом государстве, это феномен, который появился достаточно давно, был назван таковым чуть-чуть попозже. Вообще о правовом государстве рассуждали еще древнегреческие философы-мыслители, такие как Платон и Аристотель. Что они говорили? Например, Платон писал: «Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-либо властью. Там же, где закон владыка над правителями, а они его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут даровать государством боги». Аристотель немного позднее говорил немного другое. Он говорил, что там, где отсутствует власть закона, нет места какой-либо форме государственного строя. Закон должен властвовать над всем. Вот, собственно говоря, еще древнегреческие мыслители впервые заговорили о правовом государстве. Если же говорить о правовом государстве сегодня, то сам термин появляется впервые в начале 19 века в трудах, например, фон Моля, который говорит о том, что, в общем-то, это общедемократическое завоевание всей человеческой цивилизации. Это определенный этап, к которому общество может прийти. Нужно, кстати говоря, понимать, что гражданское общество, что правовое государство, это то, что должно на самом деле сформироваться. Его нельзя создать насильно. Ну, вообще, правовое государство не то, что насильно создается. Нужно понимать, что должно быть несколько принципов соблюдено, чтобы правовое государство появилось, или чтобы про какое-то конкретное государство мы с вами смогли сказать, что оно является на самом деле правовым. Во-первых, должно быть верховенство закона или господство закона абсолютно во всех сферах общественной жизни. Если все сферы нашей с вами жизни подчиняются закону, то мы можем сказать, что наше государство правовое. Другая вещь. Реальность прав и свобод граждан. Ну, здесь мы можем почитать, например, с вами Конституцию Советского Союза 1936 года, в которой у граждан было право на свободу собраний и митингов. И, в общем-то, сравнить ее с тем, что было в 1936 году на самом деле. Там, в общем-то, реальные права и свободы человека и декларируемые, то есть записанные, немножечко отличались. Вот если мы видим с вами, что права и свободы, которые записаны, соответствуют тому, что мы видим на самом деле, тогда мы живем в правовом государстве. Третий повод. Это взаимная ответственность государства и личности. Это значит, что не только государство может спросить что-то у личности, но и личность может что-то попросить у государства. Вот такая взаимная ответственность. Четвертый принцип. Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.
Если законы принимают одни люди, а вот рассматривают судебные иски по этим законам уже другие люди, значит, мы живем в правовом государстве. Ну и пятый принцип – это наличие эффективных форм контроля и надзора за осуществлением законов. Собственно говоря, если в государстве существуют институты, которые следят за самими институтами государственной власти, за тем, как сама власть соблюдает законы, значит, мы живем в правовом государстве. С проблемой правового государства связана также и проблема гражданского общества, о которой мы сейчас уже с вами немножко порассуждаем. Вот гражданское общество – это как раз-таки то, что появляется в правовом государстве. В гражданском обществе человеку законом гарантируется свободный выбор форм его экономического, политического бытия и утверждаются всеобщие права человека. Это отрывок из Всеобщей декларации прав человека, которая была подписана и составлена 10 декабря 1948 года. Теперь же давайте перейдем, в общем-то, к гражданскому обществу. Что же это такое? Если говорить о гражданском обществе в широком смысле слова, здесь у нас будет два определения, широкий и узкий смысл. В широком смысле слова под гражданским обществом принято понимать все то, что не связано с конкретно с деятельностью государства, а также его структурами и, в общем-то, то, во что государство не вмешивается. Вот гражданское, то есть негосударственное. Вот отсюда появляются тезисы типа «мой дом, моя крепость». А именно отсюда вышло вот то определение. Вы знаете, что фактически брак не зарегистрирован. У нас очень часто называют гражданским, хотя это на самом деле не так. А вот гражданский, то есть тот, про который, условно говоря, не знает государство. Гражданским правом у нас называют тот раздел права, который регулирует отношения, что называется, гражданин-гражданин, то есть без государства. Вот то право, которое, где субъектом права в том числе является государство, называется публичным правом. То, что без государства, это гражданское. В общем-то, гражданское общество в широком своем значении, оно совместимо не только с демократией, оно совместимо еще и с авторитаризмом. Но вот в тоталитарном обществе оно выживает достаточно плохо, потому что мы с вами знаем, что тоталитарное общество или тоталитарный тип, да, вот, управления, как раз таки тип власти, это тот, который регламентирует абсолютно все сферы жизни человека. В общем-то, даже там частной жизни как таковой нет. Она вся регламентируется очень жестко. Если хотите об этом посмотреть, почитать, очень рекомендую вам, например, роман Евгения Замятина, который называется «Мы». Вот там вот такой очень яркий пример функционирования тоталитарного общества. Про то, как на все случаи общественной жизни были составлены инструкции, про то, как люди по этим инструкциям жили. Очень занятная книжка, посмотрите. А вот, в общем-то, авторитарный режим с гражданским обществом достаточно нормально уживается вот в этом смысле. Это значит, что существуют такие сферы общественной жизни, где человек может взаимодействовать вне государственной власти и прекрасно себя чувствует. Но в авторитарном обществе существует запрет, в данном случае, на политическую какую-либо активность, все остальное проходит достаточно легко. Но это, опять же, понятие гражданского общества в широком смысле слова. Мы сегодня с вами будем говорить немножко про другое. То есть это вот та жизнь, которая вне государства. Гражданский брак – это тот брак, который вне государства. То, что касается определения гражданского общества в узком смысле слова. Под ним обычно понимают совокупность выражающих разнообразные интересы и потребности людей, организаций, институтов, групп граждан, которые активно взаимодействуют с государством. Вот к ним может относиться и добровольная народная дружина, и народное ополчение. Здесь нужно понимать, что ополчение 1612 года – это гражданское общество, когда люди объединились для того, чтобы помочь государству.
Партизаны времен Отечественной войны 1812 года – это гражданское общество, когда люди добровольно объединились для того, чтобы помочь своему государству. Субботники, добровольные субботники, это тоже часть гражданского общества, когда люди выходят для того, чтобы привести в порядок ту часть территории, которая является для них вот какой-то общей, которую на самом деле все вместе любят, и за которую вместе, как мне кажется, несут ответственность. Разнообразные творческие, профессиональные союзы, независимые средства массовой информации, благотворительные организации, волонтерские организации. Все это виды или институты гражданского общества, которые могут функционировать. Но вот здесь единственное, что нужно понимать, что гражданское общество в таком виде хорошо функционирует, на самом деле может существовать и совместимо только с демократическим режимом. Оно не может существовать. То есть вот если мы понимаем, что Советский Союз существовал, и тип политического режима там был авторитарный, вся страна выходила на субботники, но мы не можем эти субботники называть гражданским обществом, потому что эти субботники не были до конца добровольными. То есть было распоряжение со стороны государства. Инициатором этой активности было государство, а не гражданское общество. Но мы можем говорить, например, с вами о зарождении гражданского общества в конце 80-х годов в Советском Союзе, там продвижение тех же диссидентов. Это были попытки гражданского общества, которое только-только формировалось. Это гражданское общество. Волонтерские организации, как я уже сказал, это гражданское общество. Разные общественные организации, некоммерческие, тоже примеры гражданского общества. Профессиональные союзы, гражданское общество. Вот в данном случае митинг протеста антиглобалистов в Индонезии. Проявление гражданского общества. Демонстрация против войны во Вьетнаме в США в 60-е и 70-е. Пример гражданского общества. Соляной поход в Индии под руководством Ганди в 30-е годы. Борьба за независимость Индии. Тоже гражданское общество. Если очень просто попытаться выразить эти мысли, то гражданское общество в широком смысле это государство отстань, или это то, до чего у государства не доходят руки, а в узком смысле, то как раз о чем мы сегодня говорим, это государство давай сотрудничать или давай работать вместе. Если же говорить о гражданском обществе в узком смысле слова, то это та часть населения конкретного государства, это та часть общества, которая чаще всего взаимодействует с государственной властью по разным вопросам. То есть это та активная часть общества, которая чаще взаимодействует с государством. Выражаться как раз таки вот это самое гражданское общество может быть в чем угодно. Может в работе политических партий. Но здесь мы поговорим с вами, когда работа политических партий – это гражданское общество, а когда политическая работа. Здесь тоже есть маленькая разница. Профессиональные союзы, которые могут отстаивать свои права или сотрудничать, наоборот, с государством. Здесь тоже очень много разных особенностей. Разные творческие ассоциации, типа союзов писателей, союзов архитекторов и так далее. Религиозные объединения тоже часть гражданского общества, которые могут и помогать государству, а иногда предъявлять какие-то требования от государства. Это тоже вполне нормально. Сферы воспитания и образования и разные союзы, которые могут формироваться здесь. У нас есть общероссийский родительский комитет, например, который занимается тоже определенными вопросами и который предъявляет и требования к государству и помогает ему в очень многих вопросах. Сфера культуры и науки, семья, средства массовой информации и различные общественные образования. Нужно понимать, что гражданское общество рассматривается в очень разных аспектах. С одной стороны, под гражданским обществом понимается противодействие какой-то дикости или анархии. Анархия – это отсутствие какого-то управления централизованного. Гражданское общество – это более высокий вид развития общественного сознания, когда люди способны к какой-то коллективной самоорганизации. Другой вид гражданского общества, другой способ рассмотрения гражданского общества. То есть гражданское, то есть не церковное, отделенное от церкви. Так тоже рассматривают гражданское общество некоторые исследователи.
Третий вид – это общественные отношения, которые не государственные, о чем мы с вами уже говорили. То есть гражданский, не государственный. И четвертый феномен, это тот, о котором мы говорим сегодня в большей степени, это феномен так называемой западной цивилизации, который не позволяет государству узурпировать власть полностью, а который, собственно говоря, и сотрудничает с государством, но иногда предъявляет к нему какие-то требования и задает ему вопросы. Вот гражданское общество целиком в одной схеме. Если говорить про исторические типы, как оно формировалось? Началось все с общины, которая выдвигала определенные требования, которая организовывала определенную власть. Затем социальное образование, появляются сословия, социальные группы, классы. Затем общество складывается как совокупность граждан одной страны. И, в общем-то, явление глобализации, которое мы с вами знаем сегодня, это мировое сообщество граждан, которые выступают за общемировые тренды. Ну, в общем-то, граждане, живущие во всем мире, хотят, чтобы этот мир существовал как можно дольше, без войны, без экологических проблем, без климатических проблем и без мирового терроризма. Мы знаем с вами, что существуют глобальные проблемы, и люди в разных государствах так или иначе заинтересованы, чтобы этих проблем было как можно меньше. Структура, то есть это то, что те элементы, которые входят в состав гражданского общества. Как мы уже сказали, политические партии, общественно-политические движения, союзы предпринимателей, научные организации, муниципальные коммуны, ассоциации избирателей, независимые средства массовой информации, семья, церковь. Все это составляющие гражданского общества. Но здесь нужно понимать, что гражданское общество – это есть механизм улучшения жизни, на самом деле, населения. И вот здесь, когда политические партии используют на самом деле инструменты гражданского общества для того, чтобы решить проблемы, мы можем говорить о гражданской самоорганизации. Когда политические партии используют проблемы людей для того, чтобы получить какие-то очки для победы в политической гонке на грядущих выборах, то это не инструмент гражданского общества, это гражданско-политическая борьба. Ну и формы существования гражданского общества выделяют реальную, относительную и абсолютную. Абсолютная форма – это то, к чему мы обычно стремимся, это тот идеал, который мы видим, чаще всего это идеал недосягаемый. Реальное – это то, что есть у нас сегодня, то, что мы сегодня можем сделать в определенной стране, в данном случае в Российской Федерации. Относительное – это то, что мы могли бы сделать, если бы какие-то условия были соблюдены. Ну и что нужно для того, чтобы в нашей стране гражданское общество появилось? Нужно сказать, что этот процесс не быстрый, это не происходит ни за год, ни за два, даже ни за 20, ни за 25 лет. Это процесс, который в нашей стране был запущен, и он только идет. Ну и давайте, в общем-то, смотреть. А что же на самом деле должно произойти в нашей стране, чтобы мы говорили, что в Российской Федерации гражданское общество полностью функционирует, и оно создано? Во-первых, экономические предпосылки, частная собственность, многоукладная экономика, свободный рынок и конкуренция. Здесь можем сказать, что в общем-то, в 90-е годы на самом деле эта вещь была организована, все работает, все соответствует. Социальные предпосылки, большой удельный вес в обществе среднего класса. Вот здесь разные исследователи смотрят по-разному, до конца не можем сказать, соответствует наше государство или не соответствует. Наверное, мы еще на пути к этому. Политика правовые. Должно быть юридическое равенство граждан, обеспечение прав и их защита, децентрализация власти, политический плюрализм. Но, собственно говоря, с децентрализацией, наверное, у нас есть пока еще небольшие проблемы, все остальное так или иначе на пути своего развития. Ну и культурные предпосылки, обеспечение прав человека на информацию, высокий образовательный уровень населения, свобода слова и совести. Ну, в общем-то, вот здесь как раз-таки высокий уровень образования, это то, над чем мы работаем и будем надеяться в очень скором времени на самом деле к этому придем. Ну и нужно понимать, что направления у взаимодействия гражданского общества и правового государства очень много. Это и защита прав и свобод граждан по разным направлениям. В частности, у нас в этом направлении существует, достаточно активно функционирует
Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, который собирается, который очень часто делает важные заявления, обсуждает важные вопросы. Природоохранная деятельность. В этом направлении в нашей стране работает огромное количество разных общественных некоммерческих организаций, которые занимаются защитой окружающей среды, защитой интересов предпринимателей и работников. В этой сфере существуют различные профессиональные союзы. Ну, у нас большая проблема, что у нас профессиональные союзы, это как бы такой остаток еще советской системы, они были сформированы тогда, и они очень плотно взаимодействуют с государством. Им как раз-таки тяжело отделиться немножко так от государства и стать вот именно профессиональными союзами, а не частью государственной системы. Развитие демократических институтов и традиций, тоже есть много разных организаций, институтов, научно-исследовательских центров, которые в этом направлении работают. Ну и деятельность в сфере образования, здравоохранения, культуры. Много есть международных организаций, типа Красного Креста, которые в этой сфере работают. Много есть различных в рамках одного государства общественных организаций, там те же «Врачи без границ» существуют, те же было много волонтерских организаций, вот на недавней встрече с президентом, которые как раз таки работают в сфере образования, здравоохранения и культуры. Нужно понимать, что гражданское общество – это не то, что хочет захватить власть или стать властью. Поэтому я вам уже и сказал, что политические партии – здесь достаточно условный институт гражданского общества. Вот когда политическая партия хочет сотрудничать с действующей властью, а не встать на ее место, тогда мы можем говорить о гражданском обществе. Если нет, то это, в общем-то, элемент политической борьбы. И гражданское общество всегда выступает в качестве необходимой демократической прослойки между человеком и государством, которая не позволяет, собственно, государству узурпировать всю власть и превращает из слуги народа, и превратится из слуги народа, в общем-то, в хозяина и господина. Вот для этого как раз-таки нужно государство, нужно гражданское общество для того, чтобы быть посредником между человеком и государством. Ну и, в общем-то, очень много вопросов мы обычно задаем, а что я могу сделать один, что я могу вообще попытаться изменить в своей стране. Вот Джон Кеннеди в 61 году сказал на своей инаугурации: не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спросите, что вы можете сделать для вашей страны. Да, единственное, поодиночке мы ничего не можем сделать, но вот гражданское общество – это механизм объединения людей для того, чтобы помогать государству решать те вопросы, которые у нас возникают. Вот та тема, о которой сегодня очень хотелось с вами поговорить. Надеюсь, что было полезно, понятно и интересно. С удовольствием отвечу на ваши вопросы на консультациях. Из того, что почитать, очень советую почитать на самом деле Замятина. Очень советую почитать Никола Макиавелли. Большое спасибо за внимание.